И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Ярик и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас в FNAF 6. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. И вы поставили очень много лайков. Сегодня мы с Димоном Покемоном будем играть тролли аниматроников. Если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы будем начинать. Где охранники, Димон, ты их видишь? Даже кассу кто-то уронил, офигеть. Так, аниматроники, наверное, у себя там опять в подвале сидят. Может, ой, охранники? Так, подожди, тоже никого нет. Мы сейчас туда пойдем, сейчас мы их найдем. Ой, надо тут тоже это закрыть. Закрывай, пооткрывали все, сквозняки поделали нам. Да, все позакрывали. Такое чувство, как будто мы здесь охранники, все ходим, закрываем. Дальше аниматроники выполняют роль охранников. Так, ну что эти там, два охранника там сидят, да? Ого. А, я ж могу тоже. Как-то странно я поднимаюсь. Так. А я могу, Димон, смотри. А, не, не могу. Я не пролазю. Здесь очень тесно. Так. Берем вот этого человечка. А, ну давай, и я попробую сейчас. Так. О, я пролажу, проволочный какой. О, здоровый. Супер, Димас. Жмутяка какой. Так, тихо, тихо. Есть? Да, они тут. Серега, они там. О, нас тут... Опа, блин, фонарь, фонарь, фонарь. Сюда идите. Блин, они нас увидели. Вон отсюда. Кыш, фонарь работает. Блин, спалили. Че, убили, что ли? Пошел вон отсюда, пошел вон, фонарь тебя слепит. А ты можешь невидимо становиться? Блин, не могу. И этот не может. Так, а кто может? Надо кого-то позвать из кентух наших. Давай подождем. Я знаю, кто может стать невидимым. Серега, может быть, пойдем в другое место выживать? Мы тут долго не протянем. Протянем. Сейчас все будет. Ой, застрял. Ой. Нормально, нормально, проникли. Так, подожди, я еще не проник. Так, Димончик, я тебя жду здесь. Я иду, иду я. Ты где? Эти охранники сделали тут лампы. Офигеть. Я стою в углу, ты меня увидишь. Ща, увижу тебя. Так, секундочку. Вот, Димас, ты вот тут, да? В этих помещениях? Да. О. Стою, дрожу здесь, холодно, жесть. На какую сторону пошел? На левую или на правую? Так, Серега, я пойду. Направо. Здорово. Ого, ты здоровый, ничего себе. А как ты пролез в вентиляции? Да это нереально, ты... Вставай невидимым. Только одна нога, да, пролезет? Так, пошли потихонечку. Я за тобой. Только я тебя не вижу. Я тебя вижу зато. А как? А, не вижу. Видишь? А сейчас видишь меня? Так, я возвращаюсь назад. Во-во, я Вижу, Димон, иду к тебе. Отлично. О, так, вот тут темно, потихонечку. Ничего не видно. Потихонечку идем. Вижу. Они что-то там, кстати, этот чинят, там что-то печатают, я смотрю. Они ого, этот... ай, по глазам бьет, жесть. Ай-яй-яй. Блин, меня жгет, блин, мои платы. Ну нафиг. Ого, не жесткие. Вы че, мужики? Сейчас нас всех прожгут. Блин, больно. Так, подожди, смотри, это Фредди, что ли? Дружба. Кто-то тут ходит, я ничего не вижу. Да-да. О, я активирую ночной режим. А, Димас, смотри. Здорово, братаны. Это Фредди? Вы охранников пытаетесь съесть. А ты кто? А я Фредди. А что ты, у тебя ноги не как у Фредди, башмаки какие-то. А это я новая версия, я просто похож на охранника. Понял. Я убил тут одного охранника, а теперь замаскировался под него. Хочу, ай, чтобы он меня принял за своего. Сейчас пойду попробую. Так, а тебя что, не слепит в глаза, что ли? А, да. Это чужой! Все, Димас, отлично. Да как его не слепит? Все, я понял, переоделся. Ах, хитрый жук какой. Надо позвать кентуху своего, который не боится ламп. Сейчас. Это кто у нас такой? А я сейчас найду его. Серега, пора свалить в секретную комнату. Пошли за мной. Тихо, Димас, вот, Димас, смотри, кто не боится. Прячься, Димас, невидимым становись. О-хо-хо. Димас, так ты сам отключаешь фонарики же. Так я иду отключать, пацаны, ну что? Работает все у вас? На, получи. Есть. Да. Все, Димон, давай, иди сюда, наше место включаем рабочее. Включаем, чтобы им тут душно было. Идем в пиццерию, сейчас будем их там искать еще. А, тут фонарики у них работают. Да что, тут все светится. Так, я иду в пиццерию. Да все, идем, они пошли. Да я жирный, не могу пролезть. Подтолкнуть можете? Блин, нифига не видно.
Ты на хомячка похож. Хорошо, хорошо, надо взять другого аниматроника. Сейчас, сейчас, сейчас. Отлично. О, пойдем. Так, ищем их в пиццерии. Где-то они тут ныкаются. А, вот охранник один. А! Да что за ловушка? Блин, я испугался, оно громко взорвалось. Блин, Серега растяжку сделал. Так, Дима, я сейчас буду с улицы заходить. Я разозлился на них. Так, FNAF 6. Давай, давай. Я иду. А чё я горю? А чё ты горишь, кстати? А, чё я горю? Какого фига? Димон, помоги! Димон, тебя подожгли, что ли? Помогите! Вода, вода, вода! Задницу туши! Да чё я в воде горю? Да что такое? Это чё, магия какая-то? Ух ты! Димончик, давай будем, короче, со входа. Ого, ты здоровый! Ты чё такой страшный? Как а это... ты такой маленький? Ты знаешь, что этот? Какой-то Фредди... Не Фредди Крюгер, а Франкенштейн какой-то. Ай! А, пацаны, да кто нас мочит? Снайпер. Ага, у нас снайпер появился. Все, Димас, давай это невидимыми становимся. Так мы подсвечиваемся. Нет. Да. Я тебя вижу, да? Ты... Дима, ты его отвлекай, я буду мочить. Ага. Откуда он мочит? Ай! Ого, у них даже бомбы стоят в пиццерии. Есть, Димон, я снайпера замочил. Отлично. Супер. Можем теперь заходить. Кто тут такой умный? Ого, у бомб. Димас, аккуратнее. Ого! Я телепортируюсь, Димон, смотри. Давай, а ты не умрешь? Нет, смотри. О, блин, вот это что за мать? Ах тышка! Че ты ржешь, я испугался, Ярик, блин. Классно, классно, хорошо. Вот так, да, значит? Ребята, ставьте лайк, если вам нравится. Битва между охранниками и аниматрониками. Да-да-да, битва. Давай, иди сюда. Умный сильно. Я, короче, разозлился, Димон, наполовину. Ого. Уже будет принадлежать пиццерия. Ага. Охранникам. Он мне не дает войти, он стреляет. Ах ты жопа. Открывай дверь, я тебя вижу. У них пистолетик такой мощный. Ты не пройдешь! You shall not pass. Ах ты, блин! Хорошо. Так, Димас. Давай. Давай что-то придумаем. Надо тактику, тактон. Так, давай, где ты? Сначала найдемся. Прикольно, у тебя тактика делается. Леденцом по башке, да? Да, а это леденец, я думал, это шарик. А, ну это да, шарик. Не, давай хорошо. У меня есть жестче мужик. Не массаж горишь. Ой-ой-ой. Могу ТП-хаться и ставать невидимым, пойдет? Да это вообще читерская штука, погнали. Пошли. Так. Максимальная маскировка включена. А! Это ты, Димон? Да, это жестко было. Что-то мало бомб они наставили. Ого, кто там? Это Ярик стреляет постоянно, что ли? Ярик-комарик, ты чего? Мина! Молодец, Димон. Я охранником был, охранником. Ого, тут столько бомб. А где ты их увидишь там? А вот как идти телепортироваться в подвал? Я здесь тебя жду. А, видишь у тебя. Я активирую их, Димон. Давай. Бум. Что-то мало жизни снесло. Ну что, бомб мало. Блин, да что я еле хожу, я как будто в говне каком-то, алло. Я тоже, это замедляет, он что-то замедляет. Сейчас я вам позамедляю, сейчас я вам позамедляю. Давай Серегу мочить. Все, теперь у меня появилась великая мощь, которую вы даже не знаете. А! Сразу вдвоем невидимость включили. Стелс включен. Короче, мы должны пиццерию по стелсу захватить. Получится или нет? Так я тебя вижу. Твой ник, ты где-то двигаешься. Я щупальцами шмякаю по полу. Так, где ты? Я тебя потерял. А, вот вижу. Вижу. Я за тебя. Погнали. Так, надо музыку такую, наш агент 007 налаживать. Так. Чисто. Так, агент. Вы где? Агент Марионеточ, вы где? Я агент 009. Нет, ты агент Марионеточ. А чё так-то? А ты куда пошел? А я вот сдать тебя. Тю, блин, ты здоровый кабан. Так. Вообще никого нету. Тогда идем к ним туда. Так, кстати, я знаю, тут директор есть потайной ход. О! Смотри.
Чмяк. Оп. Поломал компьютер, все поломал. Стул. Неплохой проход. А что тут делать? А ого. Здесь он, видишь, смайлик есть. Что-то поломалось. Что-то происходит у директора. Так, смотрим. Я ничего не вижу, там темно. Я ночное видение включил. Понял. Опа. Нормально? Четко. Димас, ты так ходишь, знаешь, как будто руками туман раздвигаешь или что-то. Да, я хожу, раздвигаю туман. Какой туман? Воздух. Воздух двигаешь. Ого. Я псих. Я их вижу, я их вижу. Есть! А-а-а! Я убил охранника одного. Есть, есть. Ну что, пацаны, теперь это наша пиццерия, никто сюда не зайдет. Давайте, кто к нам сюда? Серега, давай, бери супероружие, пошли. Ой, да. Ой, супероружие. О-о-о, меня убили, кстати, уже. Ох, Димон, ты слабый. Не, я просто не ожидал. О! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Кошак и Ваня. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем поднимать нам настроение. Карта у нас FNAF 6, и один из нас будет аниматроником. О, дай песенку спою для наших подписчиков. Давай, Витя, а ну-ка. Давай, 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 нашу любимую. Только заходи в пиццерию, чтобы было прикольно. И... Я беру, возьму. Давай, а я иду, иду на работу. Блин, я об ступеньки ударился. Давай заново, фигня все. За это нам денег никто не даст. Миша, все фигня. Давай. Давай, а я иду, иду на работу в пиццерию. Буду работать и детей пугать. Радость доставлять, кого-то убивать. Ребята, ставим лайкосики, если вам нравится эта песня, как и нам. Ну что, пошлите, короче, в подземелье. Виктор, ну, давай, короче, а, ты ж пока добрый. Да, мы ж не знаем, что у нас да, больше. Да, я добрый. Короче, незапланированный сценарий. Этот с копьем бегает, вообще псих. А зачем тебе это копье? Так, знаете, куда идем? Идемте. Идемте сюда. А, нет, стойте, там еще был подвал. Ну ладно, идемте сюда сходим. Экс. Так, 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 так. О, кстати, телепортирование еще мягче сделал. Красавчик. Димас, помнишь нычку? Там... Да, я помню, я помню. Идемте ее найдем. Ой, подождите. Витя-то про нее не знает. Знаю, как. Включите режим не это. Да все нормально, не сы, так сто раз сделал. Эть, не здесь. Эть, не здесь. А где? Подожди. Димас, Димас, стой. Здесь. Димас, вот здесь вот. Давай, 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 идем. Во, да, вот здесь вот. О, Витя, давай, найди нас, только без полета и без всякого говна. Виктор, ну что, нашел? Тихо, 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 он нас найдет. Давай ему подсказку дадим, Виктор, а мы здесь под землей, там где лабиринты. Землей, где лабиринты. А, он не знает FNAF 6, что ли? Да, он с нами не записывается. О, ребята, бейте его. Бейте его. Давно, дизлайки ставьте под его канал. Димас, а у тебя что за оружие? Норм. Я вас найду. Я одно подземелье уже нашел. Виктор, а ты записываешь сейчас? Да. А, кстати, да. Можете потом посмотреть от лица аниматроника на Виктора Кошаке канале. Ссылочка внизу. Мы уже сидим на готове все, ребята. Все с пушками сидят. Этот вообще миниган взял мощнецкий. Так я тоже взял мощнецкий. Наверх посмотри. Ого, мужики, давайте я тоже возьму, наверное. Я нашел еще что-то похожее. На, во, на эти теперь лагеря. Мы втроем. Воу. Написано, что 44, но на самом деле, походу, 440. Кто, как, с кем? А когда? Что? Это мои друзья, это не я. Он где-то здесь! Мочи, мочи, он где-то здесь! Короче, я разозлился, но толку от этого никакого, но было весело. Все, выходим, потому что этот секунд нарывается на неприятности. Спас. Мочи его! Так, да, не, давай будем по-честному, на расстоянии нельзя убивать, только подползай. Хорошо, хорошо. Ну, по сути, они же не могут на расстоянии, да, убивать? Ребят, напишите, да. Ну, по правилам как, аниматроник должен впритык подойти. Зато я вас нашел. Вот он, вот он, вот он. О, уходи, уходи, давай его на улицу выманивай, этого кабана толстожопого. А ну давай! Гасите! Мы должны хоть одного убить! Мочите его! А патроны кончились, тп, стп. Блин, он быстро ползает и громко. Давай, иди сюда, мужик! Я не хочу! Ты мне не нравишься! Ой, кто-то ему жопу взрывает! Да не меня же! Ну чё?
О, это Серега, давай метеоритный дождь. Очень. Или в конце. Давай в конце. Хотя, я его так и не видел, метеоритный сейчас. Дождь. Серега, ни разу в действии сейчас. Не видел. Отходи, Димас. Отхожу. Ай, блин. Виктор, возьми снова аниматроника. Это... Сейчас, секунду. Отойдите, отойдите от Виктора, сзади его. Все, отошел. Свет за вами. Ой-ой-ой. Вся стихия против. На, это метеоритный дождь, ребята. Вот как он смог. Все? Я не возьмешь. А, нет, я думал, будет пожестче. Отходи назад, Димас. Воу-воу. Круто. А что его не убило? Виктор, у тебя что, бессмертие включено? Да нет, у меня просто много хп. Как тебе метеоритный прям по металлу по жопе бьют? Ты должен был сдохнуть. На то я и железный, чтобы меня не убивали. Вик, все, хорош, ребята, вы уж убиваете не его, а нас, хорош. Блин, классное оружие. Ребята, в следующую серию, если вы хотите, чтобы мы затестили метеоритное оружие, ставьте лайкосик или пишите, мы хотим. И мы сделаем, короче, поставим много-много NPC-аниматроников, будем его тестить. Ну и админский пистолет тоже. Так, иди сюда, Сыкун. Минус один. Вот, это, кстати, его убьет хорошо. Димас, отходи. Петляем, петляем. Ай, засрали я, его, пол. Его ничего не берет. Так, а газ его не должен же брать, он уже не дышит, толку. Или он ржавеет? Ай, ржавеет. Это ржавеет. Это давай ржавей быстрее, стакан металлический. Бляшка. От ремня. Это не мат. Бляшка от ремня. А ты че вверх? А ты че вверх ногами? Это незаконно. Нарушаешь законы физики, говно такое. Ах ты, негодяй. Блин, ты вынуждаешь меня взять плохо тебе сделать. Извини, вырвалась просто. Ну ладно, все, не буду его больше брать. Просто очень хотелось оторваться от тебя. Блин, он взял эту Мари... А, я же ее убил, бэйби. Так она быстрая, а как мы от нее будем убегать? Так, ребята, я побежал, я вспомнил, мне надо кое-куда. Ой, зато я смогу его видеть, он меня не будет видеть. Так, Виктор, я сзади дома тебя жду, иди сюда, на стрелку тебя вызываю. За гаражами. Все, ты прошел уже мимо, возвращайся. Раби. Убери. Ой. Ты где? Круто, круто, нычка. Офигеть, он не видит меня. Как ты туда попал? Сдохни, 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 сдохни. Не залазь сюда. Блин, патроны кончились. Я тебя буду ножичком. Блин, не успел. Классно, да, нычка? Кошак, кошак, обернись. Это был пистолет, да, вот этот козырный? Да. Я живу. Я тоже хочу его взять. Это дают. Класс, я тоже стрельнул. А у меня розовым цветом, Серега, у тебя желтым. Как моче. Так. Она нифига не дамажит оружие. Она дамажит, надо, чтобы цель стояла, ну, в центре. Тут столы все перевернутые, норм. Дима, смотри, радуги зависли. Я знаю, что. О, так это прикольно. Че, оставим или нет? Это маяки. Майнкрафт. Отвали от меня! Отвали от меня! Не бегай, не бегай, не бегай, я хороший. Во, да, минус ого, один. Тут багается все в здании, это жесть. Ха-ха, а что все дергается в здании? Давайте обнулим карту. О. Пошлите прятаться. И Виктор стал нормальным, наверное, да? Он всех мочит? Их помочил. А я просто. Живой, я живой. Я знаю, где это сейчас. Серега, Серега, пошли за мной. Отойди, я сейчас так, Виктора, я? Мне пофиг, я убью Виктора даже. Серега, а Quake 4 оружие ты тестил? Да, тестил. Блин, надо умереть, потому что у меня этот, не видно оружие, такой уже баг был, я помню, давно. Виктор, ты меня вынуждаешь это сделать. А нет, что они то делают? Не бери это оружие. Ребята, новый пак оружия, я его не использую, ну что это за человеческие дела? Виктор, а, это черное очко, я вспомнил. Черное очко. Иди сюда. Ну ты где? Все. А, блин, а так ты рядом был, ты далеко был. Ой, далеко рядом.
ваше очко. Блин, ты очко летающее, отойдите, а я пущу туда очко. Проход. Летающее очко. А ты чё, сзади подошёл? Да, я стоял, ждал, пока ты это закончишь. Вот ты, зараза, а! Молодец! Сейчас тебя немножко вас кадры вылетят, но это бывает. Воу, Серега, аж молодец! Ребята, мы разошлись! О, как Виктора отбросила эта штука. Воу, круто! Я мансую от Виктора. Как бог. Сам себя убивает. А мне пофиг, я киборг. Я тупо киборг. Ух, вот это оружие имбовое. Отойди, отойди! Блин, это хорошо тебя гасил и Серегу. Мне так понравилось. А я с гвоздомот лагаю. А, это оружие из-за моего, наверное, которое я юзаю. Вот это я вас... О, электричество, я помню это. Отойди, Серега. Оно сильно хоть дамажит или нет? Достаточно сильно, да, но прям... Давайте его собирать. Давай его, электрически! Это... Садись. Охотники за привидением. Серега, садись. Да не, там не такая музыка. Ты еще похоронный марш спой. Давай, иди сюда, Скрэй Бэйби. А как, подожди, получается ты что, Скрэй Бэйби это как ее, призрак? Или как это называть правильно? Я уже, короче, берем огнестрельное оружие. Бля, а сколько у тебя тысяч жизней? 5000, сколько? А сколько? Блин, мне кажется, я прикольно умираю. Я ставлю лайк и умираю. А, эту анимацию я сам делал при смерти. Там есть такие настройки. Иди сюда. Это кислота? Нет. Лазер! Вот это сейчас было близко, что ж ты там... Блин, у меня лазер крутой есть. Минус один. Вот это ты тут на броневике. Неплохо, он тебя СРБ с этого валит. Как эта техника называется? Я его разнес. Это БТР. Аниматроник поломал броневик? Второй раз. А ну стой. Я хочу проверить, это убьет тебя лазер с одного раза или нет? А что там такое все слабое оружие здесь? Он всего лишь по 40. О, я помню это оружие. Шар такой огненный. В Анреале еще такое оружие есть. Говно? Блин, хотя посмотрим. Ну блин, ну ты сильно имбовый. Тебе нереально убить. 26 киллов на вас. Давай я только ходить теперь буду. Давай, а мы тебя будем... Давай хоть убьем тебя уже или что? Тимас, к тебе идет. Так, я взял метеоритный дождь, я буду мстить. Правая кнопка мыши лучше нажимай. Правой кнопкой мыши. Воу! Блин, это красное оружие! Били. Били говно. Давай еще, я хочу еще так пострелять. Будешь у нас мишенью, мы потестим оружие это. Погнали. Воу, это на левую кнопку мыши я нажал, да? На левую ты вызываешь большой метеоритный дождь. Я хочу большой чуть-чуть. А он долго будет так мочить нас? Да. Вот, блин, нафига я это сделал? О, господи! Вообще лихо, а мне нравится. Давай, мочи, а я пойду в здание посижу. Кофе попью. Карта дрожит. Здание не убивает. Блин, нафига я нажал? Я же в здание зайти не могу. Блин, классно оружие. На! Да, блин. Тимас опять. Воу, я не стрелял большой дождь. А я иду до Димаса. Са убивать, рассушу, метеоритом в голову получать. Ой, метка. То отвали. Все ближе и ближе подхожу. Тебе везет, что там дерево, оно не попадает по тебе. А че меня убил мой метеорит? Сам себя убиваешь. Так, надо Виктора добивать уже, что это за дела? Так убивали сколько раз? Хорошо, я знаю, что надо сделать, у меня есть хорошая идея. Виктор, последнее слово твое. Я не сдамся никому никогда. Да, блин. Да ну не очкуй, я так 100 раз сделал. Вот это дамажит. Красиво. Все, зато тепло, как смотрите.
Ага. Тепло? Подгорел. Короче, если вы хотите, чтобы на улице было тепло, взрывайте ядерную бомбу. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Dark Dragon, Ари, Тубро. Пацанчики, поздоровайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте, все друзья. Привет. Я скачал в воркшопе новую карту, которая вышла сегодня. Это вентиляция с карты FNAF 6. Потом мы покажем вам вверх, если получится. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы сегодня будем выживать. Dark Dragon у нас аниматроник. И в чем смысл этой карты? Если эта дверь закрыта, я хочу закрыть вот эту дверь. Та дверь откроется. Я не знаю почему, но это классно сделано. Вот ты молодец. Нет! Ты ж смотри внимательно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Поднимаем вам настроение. Ребята, да, вы сконцентрируйтесь, и надо, чтобы кто-то один старался дверь нажимать. Ты видишь, что творится? О, давай сделаем эксперимент. Не убивай, секундочку. А ну, если я стану под дверью, нажми, убьет меня? Дверью. О, блин, нет. Ну, было бы классно, да, если мочила? Так, внимательно, видите, что он делает? Специально ходит с разных сторон. О, ты жопа! Ну, блин! Блин! Вот ты красавчик. Ты такой быстрый. Я знаю. Ты прекращай. О, кто-то не успел. Обстоятельства. Фонарик включите. И будет видно его тень, если он невидимку подрубит. О, говно. Выбегай, выбегай. Блин, тут карта запутана. Давайте немножко пробежимся по ней. Ой, ну слишком запутанно, ты шутишь, ты заблудишься. Да зачем же ты перегораживаешь путь? Что ты за собака? Я охраняю вас, я. Собака-охраняка, погнали. На карте шум появляется. Да-да-да-да, внимательно. А я заблудился. Мне кажется, а вы? За Димасом, блядь, не увидели, какой он качок. Классно я взял скин, давайте я вам покажу, ребята, третьего лица, кого я взял. Именно, это с Counter-Strike, именно. Контртеррорист. Нет, террорист, просто террорист. Слышь, ты что со мной ходишь постоянно? Ты можешь от меня отвалить как-то? А я тебе нажму дверь. Ты просто не успел в доли секунды. Ты вовремя закрыл там чуваку, он бежал за тобой, он закрыл. Пацаны, внимательно стойте возле каждой двери, будем нажимать по очереди. Вот он лезет. Я его вижу по тени. Так, ты ж смотри. Я буду за тебя закрывать, если ты не будешь успевать. Ты чё такой псих? Эндер-псих, а не эндоскелет. Слышите, лезет? Я слышу вентиляцию, да? Я спрячусь. Вон тут. Димас в шкаф. Молодец. Давай. Собака, ой, нажимай, закрывай двери. Отлично. О, я вижу щель немножко. Блин, прикольно, здесь можно сидеть. Ты что, один? Ты же на нас не видишь, что ли? Эй! А ну, походите. Заходи ты к нам, у нас тут тепло и уютно. Я успел. Вот я красава. И щель есть. Это реально круто сделано. Я вижу, ходит. Успел. Такой звук прикольный. Давайте тут посидим. Так. Уходи. Я злой. Димас. А я запрятался. Я, кстати, в офисе очень рядом. По сути, мне легко найти. Просто надо подумать. Эй, ты чё наших постоянно убиваешь? Да не вылазит. Привет. Ты чё палишь? Ну блин, ну прощайте тогда. А нет, не прощайте. А чё ты меня не убил? Оставлю. А, поставил на самое сладкое, да? Давай, испогань мне настроение. Подожди, давайте я вам покажу, как попасть сюда вообще. У нас есть... здание на улице. Пока он там мочит, я побегаю по Шурику, покажу. Потому что я обещал. А, тут пасхалка. Ага, как? А как попасть? Может как-то тут пролезть? Странно сделано.
Уже дали. Угу. Может шкаф? О! Во, отлично. Пацаны, вы где? Я в офисе. В офисе? А чё, я тебя никого не вижу из вас? Закроем. Пусть хоть какая-то калитка будет закрыта. Чё, блин, испугал меня пес. Иди за мной. Собаки, пацаны, идемте за мной. Опа. Прикольно? Тут моя машина стоит в гараже аккуратно, там надо чуть поремонтировать. В чем смысл? Есть помещение в подвале, в котором находится вентиляция, которую надо охранять. А Дарк Драгон, вот молодец, что убил, красавчик. Так и себе. Это, наверное, подвал главного героя с нашей. Ладно, сейчас прячься. О, можно вот так сделать, будет красивее карта. Слышишь? Слышу. Давай без невидимок. Фонариком только можно подсветить. А вот оно. Умри. Слышь, ты чё вот это вот такой вот приставучий? Липучкин сын. Пошел отсюда, щенок. Ушел. Так. Где, ребята? Я не знаю. Я подарочек, иди-ка сюда. Тут никаких кнопок нету. Пацаны, нам кто-то кусок экрана отгрыз. А кто это сделал? Ты ж закрывай двери. Вы видели? Смотрите на монитор. Кто-то кушать хотел. Блин, прикольная РПшка. Когда две двери одно, но когда три, тяжелее намного. А, четыре, вентиляция еще. Где он? Покажите его. Он здесь где-то ходит. Все, я его пригвоздил. Ну ты пригвожденный все равно. Я к тебе сейчас опять перейду. Я тебя буду сутками пригвождать, пока мы тебя не убьем. Я тебя обманываю. Пусти меня, Димас. Пацаны, берите, мочите его. Не, не так, не так. Не надо это оружие, оно тупое. Возьмите мандяка и со спины его кто-то замочит. Ой, блин, не туда. Полетело. Ты взял другого! А это честно, шо ли? Да. Хорошо, давай. Испоганься. Ладно, давай другому взять. Подзастряли, пацаны. Так, так, так. Давай. Давайте заминируем это здание. Маленькими бомбочками. Ты готова? В. Так. Минируем. Открывай. Я скажу, когда можно будет взрывать. Да бомбы взорвать! Мы ладно, взрываем эту пиццерию, подвал. Я наверх тогда. Ой, что-то творится жестко. Entity. Давайте дальше, погнали. А, вот они, бомбочки эти. Так, тут положили, тут положили. Надо по всей карте пробежаться. Вот там вот одно. Ушел! Пацаны, можете взрывать те бомбы, которые возле вас. Ой, мы еще так никогда не делали. Это эпик, пацаны. Я, короче, взял проход дверной, загородил бомбами и не пройти никак. О! А как пройти? Никак. Я на улице. Ты на улице? А че ты слышишь? Ой-ой-ой! Ой, да ресмонт надеюсь не вылетит. Не, просчитывается. Да, все бомбы взорвались, только спауны остались. Вот, ребята, кстати, комната. Как выглядит. Мы... Офигеть. Это жестко. Я в нее стреляю. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Дима, Покемон, Кейт, Макс и Серега. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Вы поставили очень много лайков. Значит, сегодня у нас карта FNAF 6. И мы с Димоном Покемоном будем устраиваться на работу. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет.
Это у нас будет испытательная ночь. Проверим, сможем ли мы ее пройти. Если мы сможем пройти, значит, нас возьмут на работу. А если не сможем, то мы как бы уволимся, чтобы типа нас не выгоняли. Не знаю, что так сказал. Ну так и будет. Ну что, начинаем? Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Слышишь? А что? Я-то я сфоткал. Аниматроника уже на ночь выключает, правильно? Должны выключенные быть. Да. Что за звуки стрёмные? Давайте мы проверим, что-то тут неладное творится. Так, идем. Ты чё тут сидишь? Это допросная, да? Да, типа знаешь, как в FNAF 6 там же допрашивают аниматроники. Только она не на столе должна сидеть, она должна быть в другом месте. Ну пойдем. Ну чисто так поржать. Может вот ее чинят? Лефти. Так, лефти стоит. Угу. Ништяк. Так, Димас, я что-то забыл, точнее даже не знал, где наш офис находится. Где наш офис находится? Да. Идем. Показывать будешь? Конечно. Давай. А, вот в эту вентиляцию нам идти надо? Конечно. Ой. У нас тут офис. Маску одел. А ну ломай мечом. О! Ты что тут делаешь? Так, ладно. Так, нам сюда. Давай. О, смотри. Это же третья Опа. Часть карты версия. Все, вот это Димас круто, кстати. Ну. Здесь хоть камеры-то работают. Включай. Смотри, тут кто-то идет. Ушел. Да, ушел. Ну ладно. О, включил! Нифига, Димас, я аж испугался. Да блин, нормально. Фу, Димон. Вертолет, думаю, у меня тут. А кто выключил? Что такое? А ну, Димон, поклацай еще. Ой! Вы тут какая тень стрёмная. Маску, маску, маску. Какую? Чего? Ну тут аниматроник ходит. Призрачный. Мы свои, уходи. Братва. Братва, братва. Он что, нюхает? Да, обнюхал, понюхал. Сачок. Только он какой-то стрёмный сачок этот, если честно. Чё там, Димон, пусто уже? Да. Я вижу, ты проверяешь. Прикольно. Смотри. Сидит челик себе. Это же этот, сюда же отводят аниматроников после того, как они поработали, понял? И чё? Это типа они здесь как склад, короче, работает здесь. И мы, типа, за складами аниматроников следить должны. Так, ну, я следим. Так понимаю. Вот. Здесь лефти у нас уже на складе. Мы кто еще на складе у нас тут? Так, подожди, тут где-то должна нычка быть. Давай в нее зайдем. Да? Нету. Где-то здесь она должна быть, не? Сейчас найдем. Так. Тук-тук-тук-тук. А, Димас, иди за мной, я походу понял, где эта нычка идет, находится. Иди сюда, Димас, вот иди сюда. За мной. Вот сюда, вот. Сюда, вот. Сюда. Вот, вот за этой дверью. Во! Это именно да? Разработчиков этой карты. Во, да. Мы вам покажем прикольную тему. Ну. Это музыка! Да. Ой, чё-то поломилась кнопка. Кнопку сломал нам. Во, иди сюда, Димас. Пойдем, выходим. Выходим. О, смотри. Нифига себе, я ж испугался немножко. И все? И больше здесь ничего нету? А где игровые автоматы там? Здесь в теннис. Беги. Бегу. Я маску достал. Нас здесь нет. Ого. Мы свои. Так, компьютер клацает. Чё она жмёт? Чё она жмёт там? Ну все, уходи. Ого. Нифига себе, они нас ищут. Димон, мы видно, когда пробегали, они нас увидели. Да? Прям в лицо мне смотрит. Я
Димас, нафига себе дышу, конечно. Это в маске тяжело дышать. Да. Какая-то плотная маска очень. Просто тебе надо много воздуха очень. Толстый, да? Че нам не оружие, ничего не да. Да что такое? Автон. Полез. Это блин, они нас ищут. Пиццерия. Опа, вентиляцию включил кто-то. О, так это ты ее включаешь? Нет, это не я. Ого. Кто там орёт? Атмосфера очень страшная. Да? Еще один вылупился. Они вылупаются. Фонариком лупи его. Да не. Все, убежал. Так, ладно, давай дальше. Что-то у нас камеры, Димон, да, барахлят? Ну, они там вычислительную формулу делают, Димон. Какие-то вычисления сложные. Да, проводят. Так, давай дальше пойдем по это. Свалим отсюда лучше. Давай. Обходила, и мы возвращаемся в пиццерию. Тихо, замри, тут какая-то фигня вылезает. Ого. О, блин, это что за ужас? Представь, найдут нас. Я уже представил, что они меня уже нашли. Так, обход мы типа сделали, я ухожу. О, блин, Мас, куда уходим? О, чё здесь? Чё здесь? Я в другую сторону повернул. О, здесь, прикольно. Здесь ничего. Я сразу в пиццерию попал. О. А ты чё в маске постоянно ходишь? Димас, ты видел там здоровяка какого? Я маску одел. А я убежал просто. Чё такое? Каждый спасается как может, Димас. Кто кого еще охраняет? Аниматроники нас охраняют, а не мы их. Димас, я, короче, этот спрятался в такую черную комнату. Знаешь, где такая находится? Прям черная-черная, короче, я под столом спрятался. Они еще там ходят, Димас? Да. Ух, это мне не нравится. Сейчас. У него что-то в руке. Страшное очень. Я видел, а че у меня маска исчезла? Не знаю. Она, кстати, пропадает, бывает. Димас, здорово. Я вижу, ты сзади. У него такие еще глаза кровавые такие, страшные. Ударь его по спине чем-нибудь. А потом резко убежать надо, да? Да. Я так понял, мне надо очень резко бегать. У этого зубов миллион. Смотри. Димас, беги! Автон, я Фредди. Может, ну Димас, вот. Пойдем к нашему столу туда пойдем? Пошли. Пускай они тут ходят, бродят нам. Ого, они здоровые. Не особо это мешает. Ладно, уходим быстрее, уходим, валим. Ого, они все сюда идут. Все, так, отличненько. Сок выпили? Не выпили. О, Димас, ты видел, там Молтон Фредди был за тебя? Ой. Это кто включил вентилятор? Я включил. Пусть же работает. Чё у нас свет не работает? О, свет заработал. А не отключает. Димас, ползёт. Быстрее. Один я маску одел. Ты не в маске, Димас. Да? Чё ты в меня стреляешь? Димас, одевай маску. Нет. Сейчас тебя сожрут. Нет, не сожрут. У него такой глаз отделенный. Он хочет нас убить, у него не получается. У него проволока уже поржавела даже внизу. Да хватит мне в глаза заглядывать, урод морской. Так, я подумал, и я решил, что не буду в этой пиццерии работать охранником. Здесь, во-первых, очень холодно. Условия трудовые плохие. Зарплата маленькая, подумаешь, $1000 в день. Господи, что это за зарплата? $1000. Бумажечку. Ага. А чё ты чёрный? Больше вас ничего не... Нет, а ты чё чёрный мордный?
ты Фредди Ниггер или что? Ого, оно прям все при... Нет, ты... Сзади. Провожу зачистку, давай внутрь. Побежали. Побежали. Ах ты, опять тот же самый! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, подписчики, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 6, тысячи лет мы в эту карту не играли. Аниматроники пугают охранника, может даже аниматроники против охранника. Три охранника, один аниматроник. Будем выживать, не знаю, кто будет выживать, они или я. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. И поддержите меня лайкосиком, подпишитесь на канал. Я всегда очень рад, ролики выходят каждый день, бесконечно. Так, тут уже вигл кто-то бегает. Отлично. Все, пацаны, давайте начинать. Я готов. Быть злобным аниматроником. Шоп. Ага, эта штука не работает. Ну, о, я помню, тут эту штуку здесь еще есть. Так, это выкинем мы. Открываем. Вот как-то так вот. Эй, ты кто там? Эй, отвали. Я свой. Я охранник, не трогай меня. Попался, который кусался. Тут вообще ничего не видно. И ночной режим не работает. Хорошо. Так, проход. Давайте стулом будем защищаться. Летающий стул. Ха-ха! Ты стул бьешь током. Эй! Куда я ты пыхнулся? Я за стулом, ребята, запрятался. Они меня не мочат. Какую-то штуку взорвали большую. А что-то на тебя налеплено? Отвалите! Да вы что мочите меня? Линяем, бежим отсюда. А, замораживает! Ах ты жопа! Эй, хватит, у меня льдышки, я замерзаю! Так, отлично. О, телепортация вообще так сделана, склеена четко. Ой, это фон... Это свет. А как-то вентиляцию можно выключить? Я вот не помню. Давайте будем клацать. Во! Теперь тут очень жарко. Hello. Давайте... О, я ж могу звуки конченые издавать, я вспомнил. Пацаны, вы где там? Я у вас жду уже, что-то не наблюдаю. Вы там наверху, что ли? Так, я как-то странно телепортируюсь в эти вот какие-то потолки вонючие. Так, я ничего не вижу, но очень интересно. Черный экран. А, вот сюда. Так, все-таки куда-то я прошел. Это у нас подземные лабиринты. Во, вообще отличное место. Опа, я уже слышу, они пришли ко мне сюда. Так, будем их запутывать. В этом мне нравится карта FNAF 6, что есть вот это вот подземелье. И можно реально с этой стороны вышел, там зашел. О, блин, гранату кинул, она прям катилась, видели? Эй, отвали от меня. Я с тобой не дружу полностью. Блин, прикольно, они меня выманивают. Выкуривают. Я буду мстить тебе. Мстя моя страшная. А! Тут твой трупейшн заморозился. Я могу его разбить? Блин, было бы прикольно, если бы я мог бы его еще разбивать. Так, двигайся, вонючка. Эй, опять пришло! Валим. Так, бежи от него, бегу. Ха-ха-ха-ха! Мочит этой штукой всех. Блин, прикольный эффект такой. Классный мод на оружие. Оно ночью даже подсвечивает. Видно тебя в темноте. Так, я слышу, он там бегает, мочится. Так, сейчас мы его обманем. Так, давайте я смогу только впритык убивать, чтобы на расстоянии нельзя было. Мне кажется, это очень читерски. Только в притирочку, надо прям подбежать. Опа, это оружие я не люблю. Вот эти пули, которые летают. Оно очень сильно мочит. Так, бегает. Я зубастый. А, жопа. Иди сюда. Сам себя убил. Эй, блин, я прилип к трупу. Уго, нифига себе, 700 жизней вынес пистолет, ну нафиг. Отвали. Я тебя убью. В притирку только могу убивать. На расстоянии не могу. Есть, поймал, надо было тебе не останавливаться. Тогда вообще тяжело поймать тебя. Очень. Так, у меня уже 4010 жизней. Короче, вы мне 1000 жизней вынесли.
Нифига себе, какой-то бешеный пикалет. Так, я тут ничего не вижу, я в темноту не иду. Отвали! Нифига! Вот это оно мочит, сам из себя. Так, 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 проходим здесь. Так, короче, надо выходить наружу мне. Блин, прям ко мне спрыгнул. Вали, вали, Димка, беги. А, блин. Меня видно, когда я горю. Жесть. А, жопа. Я тебя сейчас убью. Я ничего не вижу, ребята, что происходит. Но я его убью. Есть. А, блин, горю. Так, ребята, надо мне как-то выходить отсюда. Есть такая пупка. Конечно, на расстоянии убил, но не на большом. Так. А! Ну нафиг! Отвалите, не трогайте меня, я в пиццерию. На улицу иду, на улицу лучше. Так, смотрите, Голден стоит, палит, палит меня. Так, на тебе. Кто у нас тут еще? Сидит, смотрит. С винтовкой. Так, давайте здесь. Так, бегает, бегает. Смотрит, где я. Простреливает всю карту. Нифига себе, так ты ж своих мочишь. Блин, прикольно, да у них оружие? Короче, я могу убивать, когда видим и в притирку. Чтобы они меня видели, потому что тоже так на крысу. Так. Да отвали ты от меня. Вы что, меня убили? Говно. Все, я марионеточ. Нифига себе они там устроили войну. Нормально, нормально. Так, 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 смотрим, смотрим, смотрим. Сейчас мы резко выбежим и замочим кого-то из них. Охота открыта. Угу! Я за карту вылетел! Что за говно? А мне нравится. Так, давайте посмотрим, где они у нас тут ходят. Шпонькс. Ого! Нифига себе вы мочите. Так, давайте здесь постоим. Ну, мочиво! Есть! Один есть. Одного замочил. Ну-ка, давай, кто у нас тут еще мощный охранник? Ай! Так, 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 бегают, бегают, смотрят. Нормально, пойдет. Уго! Это ты мощно придумал. Ну! Ай-яй-яй, да что ж я так подлетаю? А ну, иди сюда! Маринетка, ты чё, психичка, не можешь их убить? Одного замочил. Второго замочил. А, я внутри, в помещении, ну нафиг. Так, 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 палим. Пацаны, я вовнутрь зашел в пиццерии, давайте, идите сюда. Я вас не боюсь. Ого, они там сами бегают, горят. Вы нормально, пацаны, играете, пойдет. Так, простреливает, простреливает. Палено, да? Видно меня. Ладно, я пошел. Блин, да хватит, я горю так долго. Почему я горю, как, блин, полдня? Пацаны, все? Умные сильно стали, я вижу. Я ж марионетка, меня очень сложно убить. Просто какой-то неубиваемый. О, классное место я себе нашел. Давайте стоим и чекаем. Опа, кто двери удалил? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, нифига себе у него винтовка. А, я замерз. Разберзай. Фух, он не увидел, где я. А, увидел, увидел. Беги, я горю и во льду. Что такое? Это законно? Ого, не жахают там. Так, надо сейчас красиво как-то напугать. А, блин. Да хватит. Вы чё такие дерзкие?
Я ж марионетка, чего вообще вас боюсь? Это вы должны меня бояться. Че, идите сюда. Кто еще? Все, уже пацаны не такие, как раньше. А, вот еще ты. Блин, не вижу из-за огня, нифига вообще. Как его мочить? Да хватит жечь меня! А, блин! Вот это они открыли на меня охоту. Воу, прикольная штуковина. Да хватит гореть. Мочи его. Нифига себе. Мочи, 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 мочи. Да блин, я хочу тебя убить. Меня огонь вообще не вредит особо сильно, поэтому оружие такое себе. Это может пополнять мне жизни, не? Эй, ты чё тут? Нифига себе у них бластеры. Я не знал, что там такие паки оружия есть. Так, твоя щекоталка уже не сильно эффективна. Ого, бух, они в здание жахают. Давайте, заходите, я вас жду, это мой домик. Кто зайдет, я тому дам печеньку. Ну давай, заходи. Слышь? Ах ты жопа! Ах ты жопа! Ты что делаешь? Я даже не могу двигаться. Убили меня! Эхе, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!